селе Мирном на территории жилого комплекса Твердохлебово хабаровчанка спасла лисенка, над которым, судя по всему, издевались младшеклассники. По словам женщины, щенок вел себя совсем не агрессивно. Он едва держался на ногах и явно искал защиты. Горожанка заметила зверька в углу площадки, где установлены мусорные баки. Скорее всего, лесной житель пришел к людям за пищей. Вокруг него суетились дети. На вид школьникам было около 8 лет. Женщина окликнула их, и они бросились в рассыпную. Он в углу там забился, они его водой, не водой поливали. Я вот и забрала. А они сказали, где они его нашли? Они все разбежались. Я думала, это собака или котенок издеваются над ним. Подошла эта училица. Убежать лисенок не пытался, он был слишком напуган. 29-летняя горожанка приняла решение забрать ослабленное животное с собой. Он без проблем руки дался? Нет, я его полотенцем это брала, потому что страшно. В машине как раз полотенце там валяется. Огрызался? Да нет, спокойный. Оставлять явно больное животное в своем доме женщина не решилась. Побоялась, что новый обитатель не придется по душе дворовым собакам. Хабаровчанка решила передать зверька в зоосад. Первым делом лисенка осмотрели, а затем попытались покормить. От сырого мяса маленький хищник отказался. Он был не голоден. Горожанка покормила его перед дорогой. В меню молоко, курица и хлеб. К мучному щенок отнесся с завидным аппетитом. По мнению сотрудников зоосада, новому постояльцу около 3 месяцев. Специалисты взялись пролечить животное. На время реабилитации жить лисенок будет в вольере под постоянным присмотром. С места происшествия Анна Губина, Татьяна Шамбурова и Виталий Векслер.